Привет, это я, Иванов Артем. Сегодня я покажу, как написать в калькуляторе в цифры по английскому буквы. Итак, мы начнем. Первым делом надо написать 1, 1, 3 и 4. Теперь мы переворачиваем, а там написано help. Это правда. И, кстати, мы хотели показать, давно не было кошек нас. Так, мы, простите, то есть нас. Вот смотрите на няшу какую. Познакомься с Дуней. Привет. Привет, как вы? Тебя зовут? Меня зовут Дуня, а вас как зовут, дорогие подписчики? Вы всегда, вы меня красивые. Так, она передала привет, и я вам тоже передаю вас привет. Итак, ну, я хочу показать вам прошлые игрушки, вот, из Роблокса, которые меня забанили кто-то там, меня украли из-за много вещей. Вот, смотрите, какие они классные. Вот, смотрите. Ну, кому нравится Roblox, то ставьте лайки. А кому не нравится, нет. Не пишите так. Ну, все круто, вся коллекция. Ну, а это мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и поставьте колокольчик и подписаться. С вами я, Иванов Артём, и всем пока!